Tango Headquarters. Знаешь про типа задачу о том, как поджарить три котлеты на сковородке, если на сковородке вмещает две котлеты, и типа котлеты, если нужно обжарить с двух сторон за минимальное время. Не знаю задачу. Решать я, конечно же, не собираюсь. Alistair, this will be your most dangerous dive yet. And Angel, you'll need to make sure he makes it in one piece. Your mission today is to dive into the dark web, evade detection, and neutralize Cypher's main server. Good luck. Ну да, крысы все. А товарищ Сайфер нас случайно не вычислил уже сам, нет? Так сейчас я, блядь, ему пару маслин загоню, когда его... Нужен IP-адрес. Так, что там? Так. Новое управление, да, Darknet, NetClair. А, 154? Да. 161. Так. 254. Ага. 102. Ох, блядь, что происходит? Всё. Я погнал. Я могу только AD нажимать. Лево-вправо. Так, судя по всему, мы собираем золотые шишки, да? А ты что-то можешь набирать, или ты в этом не участвуешь? Я вижу только... Я вижу какие-то красные болтики, которые там ползут рядом с тобой. Нажми D один раз. А, нажми еще раз. Окей. То есть теперь я не буду видеть препятствия, а ты будешь мне говорить препятствия? Я могу или по очереди что-то там. У меня просто сейчас на той полосе препятствия, которую я проходил, пропали все препятствия. Но я вроде никуда не врезаюсь, просто по центру лечу. Так, сейчас. Я какие-то могу починить хуёвины, но я не знаю, какую хуёвину я должен чинить. Не знаю, у меня connection with partner. Ты можешь сказать, что нужно починить? Видишь, что что-нибудь сломано? Нет. О. Pretend you're a hacker and type anything here. Ох, блять, это же код, блять, на ебаных плюсах. Ты его видишь, нет? Нет, но сигнал с тобой улучшается. Ну, блять, никто так не пишет код, блин. Ну, фишка в том, что они, типа, код пишут, типа, последовательно, то есть, типа, по очереди, символ за символом, все пробелы. Вот как сейчас сначала расставляют скобки, там, потом внутри скобок пишут, ничего, ну, блять, ну, не в таком порядке. Тебе там еще код надо писать? Вот, короче, я, да. Блять, какой инклуд, короче, ебанулись. Ну все, у меня connection с тобой на максимуме. Так. 52.4.11. Про что? Next action proxy. А куда мне сворачивать? Пока едь. Я не вижу каких-то проблем, которые должны. Которые могли бы. Просто едь. Блять, какое-то все красное стало. Wrong way. Так, рероутер, координаты. Ты не знаешь координаты? 5G, 5Y, 4C. 5G, 5Y. Дальше. Сейчас, 4C. Сейчас только 5Y, дальше 4C, дальше. S3. S3. Так, все. Completed. Рероутинг. Да. Что, блять? У меня тут... Офигенная дорожка, как, знаешь, такая игра была под музыку за кораблик летать. Так, сейчас так. Красные хуевины начали появляться, пока не двигайся. Не двигайся, нет. Трейсер НК. А, нажми А. А, стоп. Д. Я собираю желтенькие штучки специальные какие-то. А, нажми еще раз. 12. Блять. Стоп, Д нажми, теперь ничего не делай. Ты можешь сказать, какая функция у тебя сломалась? У меня все работает. Все так же, лево-вправо могу ходить. 88, 18, 3, мне куда сворачивать? Сейчас. Раз, два, А тебе 3. Надо куда-то сворачивать разве? Ну, у меня развилка. В
прошлый раз я тоже никуда не сворачивал, у меня написано, что неправильный путь. Опять так, wrong way. Какой? Как координаты, скажи? 3L. Так, 3L. Дальше. J5. Так, J5. J5. Дальше. 6H. 6H. Дальше. 8H. 8H. Угу. Мне написано, что какая-то функция сломалась, но не знаю, какая функция сломалась. Хз. Я, короче, сейчас. Когда у меня вот три развилки, я вижу три линии, и они все отвечают за разные штучки. Мне нужно куда-то свернуть, видимо. Я просто не успеваю прочитать, за что каждая линия отвечает. Там какие-то цифры. Так. Required Accreditation 39S-ATC. Да, я нажал. Угу. А 23P-ACC. Сейчас один раз D нажми, все. Стоп, стоп, не двигайся. Один раз D нажми сейчас. Вот так и едь. 76L. Пока не двигайся. D нажми. Я собираю штучки золотые. Тут всякие вражины бегают. Всякие. Ага. Так, сервер, прокси, датабаз. Сервер, next session. Сервер. 5. Сервер 5. Я лечу. Я думаю, что это информационная хуйня, она типа для того, чтобы ее нажимать, лол. О, нет надписи wrong way. Опять wrong way. Окей, что? Не понимаю. А, 2. Дальше. 2М. Дальше. G8. Ух, сейчас, дальше. 5J. Готово. Не понимаю, почему каждый раз wrong way. Я тоже не понимаю сейчас. А там какие-то цифры у меня появляются. У тебя есть какие-то цифры в этот момент, когда вот я... Нет, я только видел... А, слушай, что-то интересное, что? Я думаю, какая-то бомба. И никуда нельзя свернуть. Блять, какой-то... Нажми А один раз, нажми. А 2,8 ГГц. Ты что-нибудь можешь менять 2,8 ГГц? Да, я могу менять, но хуй знает. Тут я вижу какую-то синюю стрелку. Нажми А еще один раз. А, я, видимо, тоже должен был свою стрелочку перевернуть на 2,8. Бля, я не понимаю, сложно. Data stacks. Your partner must align these two stacks. Слева 4, 2 справа. Я не знаю, что... 1 слева, 5 справа. Нижняя справа, верхняя слева, если у тебя там... Блять, я не понимаю, что... Я могу двигать какую-то хуйню, но... Вот у меня написано, что тебе нужно правую нижнюю двинуть, а сейчас правую нижнюю и вторую левую. У тебя есть что-нибудь подобное? Я могу только... Ну, блять, я вообще не понимаю, что происходит. А ты можешь их передвигать в соседний столбик? Нет, я не могу передвигать в соседний столбик. Четвертую нижнюю вправо, а третью... Я ничего... Блядь. Бля, они... Я могу только по вертикали двигать эту хуйту. Тайм-ап. Трансмит пакет. Я опять. Я, блядь, не понимаю, что они от меня хотят. Ты, блядь, только по вертикали можешь двигать? Я могу их только по вертикали двигать, да. Ты можешь их по горизонтали? У меня вот, допустим, вторая... В первом столбике вторая написано, что нужно сдвинуть вправо, а во втором столбике, что нижнюю влево. Нет, ты вот сейчас не те вращаешь какие-то. Блядь, я могу только по вертикали их двигать. Я не могу... О, сейчас правильно. Выше, еще выше пятую. Еще повыше ее двинь. Среднюю наверх. Во, все. Останови. Ага. Я, блядь, вообще не понимаю, что за хуйня происходит вообще. Так ты же не видишь того, что вижу я. Да. Я же не айтишник. Так. Так. Я там уже куда-то по матрице лечу просто. Сейчас Нео встречу. Все зеленое и черное вокруг. Какой-то куб. Security Note. Сейчас, блядь, hacking tool. Ух, ебать. Я какие-то штучки... Я, что, я должен был 200 собрать? Я вообще не понимаю, что происходит. А, нужно собирать, что ли?
тыкаю мышкой во все синенькие штучки. Так, я не... а проиграть в эту игру мы не можем, правильно? Наверное, можем, но не знаю как. Мы же не проиграем. Это ты берешь какую-то штучку внизу, 10 сек. Все. Так. Ну да, окей, пососал, ну ладно. Так, я куда-то опять лечу. Степс. Пятый из восьми, короче. Метуркей какой? Чё-нибудь видишь? Мне нужно выбрать из 9 штук что-то. 4 числа я могу ввести. Бля, какие числа? У меня какие-то штучки странные. Какая-то рожица, лестница и плюс-минус. Есть что-нибудь подобное? Ты хоть что-нибудь видишь на экране? Хоть какую-нибудь хуйню, цифры? Да. У меня 9 клеток. У тебя есть 9 клеток? У меня нет 9 клеток. Просто нажимай, делай что-нибудь. Просто. 1, 4, 7, 1. Вот есть какая-то штучка. Другая. Еще диктуй числа. 9, 9, 3, 3. Дальше. 4, 6, 4, 6. Completed. Просто перебором. Чё за цифры? Ping when your partner tells you to. А, нужно одновременно пинговать. Раз. Раз. Бам. Два. А ты видишь? Раз. Нет. О. Ну чё там мы нажали, блядь? Я чё-то нажал и всё исчезло. У меня сгорели все прокси, мои штучки. Прокси, 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 прокси. Прокси, окей. Прокси. Лечу прокси. Прокси. Какой, блядь, Wrongway? Чё, ебанулись? Ладно, какие? C2. Дальше. A6. 5J. Сейчас. 5J, дальше. 9T. Нихуя не понимаю, чё ты, чё, не ебанулись? Не понял, почему прокси не сработал. У меня было написано middle proxy, я летел по middle. На всех скоростях. Сейчас опять какая-то головоломка что ли будет? 3-2, что-то там. Диктуй числа. 9-9-3-3. Че? Нет, другое. 1-4-7-1. Completed. Что? Я вообще не... Ну, у меня рандомные 9 клеток, и нужно диктовать числа? Да. Так. Пинги. Пинг. Блять, опять эта хуета. Да, ты какой столбик можешь двигать? Я могу правый двигать только. А вниз вторую штучку нужно передвинуть. Под цифрой 2 или четвертую вниз? Под цифрой 2. Под цифрой 2 вниз. Not, да. Don't align написано. Теперь на вторую позицию, четвертую нужно передвинуть справа. Ага. Я не могу, там don't align написано. А как так-то? Я вижу только это. У меня там какая-то хуйня, которая мне не запрещает это сделать. Ладно, что еще скажи? Ну у меня слева четвертая. Что, куда я должен что передвинуть, скажи? Правую вниз на 2. Какую правую? Я не вижу, я не знаю, что правая. Вниз на 2. Вторую вниз на 2. Да. Таймзап. Ну ладно, окей, придется чинить. В прошлый раз это сработало. Прокси, сервер, датабаз. Сервер. Да ёбаный рот. А, да, какие числа? 2G. Дальше. E5. Дальше. 1Q. Дальше. 6X. Так, возможно, я там неправильно поворачиваю и первый раз только на рандоме повернул. Я не понимаю, что за хуета, но...
За мной какие-то трейсеры incoming. Да. Вот сейчас где-то стоишь, там трейсер летит. Снизу тоже трейсер, вот тут тоже трейсер, да. Какой, куда двигать, скажи? А первую нужно на третью позицию перенести. Так, сейчас. Я типа перенес, да? Сколько там? 5-4 да, должно 5, быть? 5-4. Ничего, блядь. Ничего, пока я стрелочку двигал, у меня там этот трейсер меня догнал. Твою мать, я не настолько многозадачный. А так ты не можешь мне никому рассказать, параллель... какая функция вообще сломалась? Трейсер идти за тобой, двигайся куда-нибудь. Блядь. Какую куда передвину, скажи? Пятую на первую. Нажал что-то. Синхронизируюсь. 4-4. Блять, трейсеры. У меня последняя осталась жизнь. Где трейсер? Ну, там где-то стоишь, трейсер. Блять! Сука! Нужно следить за всем, видимо. Просто за трейсером следи, чтобы новые не добавлялись. А? Следи просто за трейсерами, чтобы они не добавлялись. Так я же не вижу их. А. Они там трейсер у тебя в спине сейчас. Ага. Вот тут нет трейсеров, нормально. А, четвертую на вторую позицию надо передвинуть. Так, синхронизация. Вверх, вверх, вверх. Так, да. Еще вверх. Так. Пять. Изейше. Трейсеров нет? Вот тут нет трейсеров, где ты сейчас стоишь. Все, хорошо. А, трейсер, стоп. Не двигайся вообще. Угу. Так, сейчас приготовься говорить, что? Прокси, сервер, датабас? Пока не вижу. Датабейс. Датабейс? Окей, да. Все, сейчас точно лечу правильно. Может, просто не надо двигаться вот сейчас, когда ты вот... Просто не двигайся, просто вот. Трейсеры летят? Да, у тебя спина... Говори числа. Вот какие там на... стой. 3-1-7-1. Дальше. Трейсер у тебя спиной. 4-6-8-6. 39S. Нет, стоп, подожди. 39S? Да. Я не могу я свести. Число четырехзначное, говори. 4-6-86. Ладно, 3.2. 4-6-8-6? Да. 14К. 14К? Нет, другое. 76L. Блять, ну чё за хуйня, они чё, ебанулись? Сложно. Там чё, там реально нужно вводить что ли вот с буквами что ли? Вот, скажи что-нибудь. 1471. А, кстати, у меня есть картиночка, я вижу две точки, которые трапеции соединены, снизу квадратик и два круга, трейсер. Ну блин, да. 23P. А, короче, два жирных круга соединены линией. А, трейсер. Сейчас, ты их вообще не видишь, или ты их видишь хоть как-то? Трейсеров не вижу, они со спины на меня летят. А, я вижу, что ты двигаешься. Минус плюс. 3-1-7-1. Трейсер за спиной. Блять. 61T. Ага. Три, восемь. Трейсер, стоп, не двигайся. Сейчас. 39S. Уф. Трейсер. Не двигайся, просто не двигайся. Так, нужно... Говори, когда. Пинг. Ладно. Пинг.
Блять, как же, сука, сложно. Так, сейчас, сейчас. Матрица. Да, блять. Ну сейчас там все взломаем уже все. 8 из 8, я уже больше не могу лететь по этой херне. Блядь, чё их так много-то летит? Что-то не то нажал, видимо, да? Какой-то хардер дата. Да. Это я понимаю, интеллектуальное развлечение. Вот, вот так бы всегда в матрицу хакать. Бля. Да кому же так и хакают нормальные люди? Ну все, тут, бля, супер дата уже все. Все. Ух, взломали. Good job, you've reached Cypher server. Now go down its layers and neutralize. Блять, тут еще. Блять. Тут еще эти штуки ездят, блять, туда-сюда. Сейчас пока. Блять, ты. Я хотел посмотреть, куда. Нет, ну блять, я хотел посмотреть, куда оно. Now go down its layers and neutralize the core. Вот передо мной сейчас едет на меня. От меня. Я хочу посмотреть, что оно вообще делает. Просто, не знаю. Ставь сейчас вот здесь, ага. И дальше, дальше, дальше. Все, так, сюда прошли. Передо мной едет на меня, подожди. Строит меня. Например, здесь постою пока. Постой, я пока... Проехала. Стоп, стоп. Бля. Откуда начнем? Так, нормально. Строй. Сейчас, я хочу понять, что происходит для начала. На меня сейчас едет штучка. Подожди, а ты видишь тайлок, я ставлю? Вот я сейчас посмотрю. Да, да. Сейчас посмотрю и... Подожди. Доехала до максимума, поехала назад. Там, где ты поставил сейчас, есть такой уголочек, в котором я могу постоять. Да. Построй до него. Вот тут вроде можно стоять. Сейчас, погодь. Теперь вот сюда заходи, вправо. Подожди, сейчас пока не двигайся. Подожди... А, ну ладно, двигайся. Так, дошел до штучки. Какая-то синяя кнопка стоит. Вау. И что теперь? Не знаю, какой-то портал как будто сработал. Я на втором этаже типа оказался. Тут зеленые кубики какие-то. Так, второй этаж, я не вижу второго этажа. Что делать? А я могу тебе как-то помочь или что вообще происходит? Не знаю, я вот на втором этаже, и тут тоже такая площадка, как будто бы не хватает дорожек. А, ты только на первом можешь строить? А, хорошо. Ты видишь ты что-нибудь вот... вообще? Да, подо мной можно строить платформы? А ты где находишься? Я не знаю, где ты находишься. Ты а, видишь ты что-нибудь да? вообще? Да-да, вот строй ближе к нижнему углу. Бля, я не знаю, какой для тебя нижний. Противоположный. Сейчас, погодь. А ты видишь синюю клетку там, где ты сейчас строишь на поле? Нет, я вижу старый уровень, короче. Ты, сейчас у меня тайлов никаких нет, да, получается? Есть, сейчас я вижу, ты построил синие штучки. А, в соседней комнате. Смотри, вот ты вот тут сейчас находишься, да? Нет, тут кнопка, куда мне нужно. А ты я стою... Ты вот тут находишься, да? Вот этих я не вижу, возможно, ты подо мной прям настроил их. Чуть дальше можешь вывести в центр комнаты? Не-не, это другая комната, я в той, где вот эта кнопка. Тут? Вот, вот тут, да, сейчас я упаду на них прямо. Ага, все. Залетел на второй этаж. Нихуя не понимаю. Вот сейчас я там, где ты пытался строить. Вот тут? Вот тут? Да, я сейчас в этой комнате, но ближе сюда, где ты до этого строил. И не понимаю, куда мне дальше пока. Вот тут что ли? Да, да-да-да. Вот на них я могу прямо опуститься. Но тут, видишь, штуки эти ездят постоянно. Вот, вот сейчас строй. Ага. Строй. Блядь! А ты их сам, что ли, отменяешь как-то? Их ограниченное количество. Ты сейчас а, где? Понятно. Ты сейчас вот тут где-то? Я сейчас вот прямо над ними, да, вот прямо где ты строишь.
Мне нужна дорожка сейчас будет. Так, сейчас, раз, подожди, два, подожди, 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 подожди. Так. А дальше куда? А, я не знаю. Я стою над какой-то штучкой зеленой, я думал мне сюда. Пробуй что-нибудь нажать. Попробую провалиться в пол. А ты можешь убрать все штучки? Я хочу упасть вниз. Убрал. Да, я упал куда-то в... В Dark Web. Да. Так, передо мной большая закрытая дверь, ты видишь это? Да, вижу. Я еще вижу какие-то pink, yellow, blue и green. Vintage port, scan keys based on the timing set. У меня есть номера портов, и можно выбирать цвета, я так понимаю. Подойди к первому порту. Так, меня ладно. Куда-то понесло. You missed the key. Ты что-нибудь видишь, какие цвета? Так, вот порт 498, что мне нужно сделать? Я не могу ничего вводить, просто зайди куда-нибудь. Так, а у тебя номера портов есть какие-то? У меня есть первый, второй порт. Первый порт, он справа снизу находится для меня. Угу. А, ты видишь дверь, короче? Да, я вижу центральную дверь. Вот справа от этой двери, короче, если ты смотришь, как ты на нее смотришь, находится этот порт, он ближе всего справа. Прямо рядом с ней? Да. 273. Да, вот, вот сюда, да, вот. Короче, я могу какие-то цвета вводить, короче. Если ты зайдешь в этот порт, пробуй зайти в него. В нем написано blue, green, blue. Blue, захожу в него. Green, blue. Blue. Green, blue. В смысле? А ты видишь, что ли, что передо мной летят клеточки? Я не вижу клеточки. Ну, наверное, ты должен говорить мне, когда я должен нажимать на эти кнопки, нет? А, давай, давай. Заходи еще раз. Ага. Говори, когда будет. Давай. Что давай? Говори цвет просто, когда она будет лететь. А, так они белые у меня летят, ты их раскрасываешь. Ты как-то до этого нажимал, они прям красились. Да, но какие цвета я должен их красить? Blue, green, blue. Ладно, давай пробуем еще раз. Ага. А ты выбираешь цвета? Да. Давай, сейчас. Blue. Говори, когда следующий. Я нажал blue уже. Я рано сказал. Так, как бы тебе сказать? Хорошо, я тогда типа когда буду говорить... Короче, я говорю, крась, и ты красишь, да? Я цвет... А, ладно, давай, говори. Давай. Ага. Green. Blue. Все. Порт successfully open. Короче, смотри, по диагонали от этой хуйни находится следующий второй порт. В него нужно дальше идти. Так, по диагонали от этой хуйни. Да. Так, допустим. Вот этот, какие там цвета? Порт 182. Blue, green, yellow, pink. Окей, понял. Blue, green, yellow, pink. Давай. Blue. Нажал. Green. Yellow. Pink. Шикарно. Замочек открылся. Хакнуто. Тут еще все другие порты можно открыть. Не надо. Ну ладно, я иду дверь. Они серые, они нахуй не нужны. Второй уровень сети. Мне нужно... Блядь. Мне нужно два ключика каких-то найти. Так, у меня да, движется какая-то красная стена. Погоди пока. Стой! Невозможно. Так, а ты не мог побежать там просто? Там можно было? Там не было клеток. Вот, короче, давай ты сейчас... Вот то, что сейчас... А, подожди. Эта штука не уничтожает их. Вот сейчас строй влево для меня. Ага. Все. Так, тут какая-то синяя стена. Сейчас, погоди. Вот тут есть ключ. Вот передо мной в комнате ключ. Подожди, я пойму, что тут происходит. Я слышу, как ты громко строишь, но не туда. Давай вот в эту сначала. Погоди, ага. Секунду. Я посмотрю, что тут происходит. Тут едут две штучки, причем очень предсказуемо. Они едут просто... Блядь, не очень предсказуемо, окей. Бля... Они ездят каждая вокруг своей дырочки в полу. Я пошел. Стой, едет. Сейчас, погоди. Сейчас давай за ней, вдоль стены. Подожди, подожди, я посмотрю. А, я в сейфе.
Все, вот она поехала. Пойдем за ней прям. Туда, туда. Ага. Все, я получил ключ. Уходим также, наверное. Бля, нет, появилась новая платформа. Подожди пока. Новая? Давай, давай, делай. Сейчас, погоди, я не знаю, где следующий. Стою в сейфе. Меня столкнуло. Вот тут новая херня, которая не уничтожает платформы, не уничтожает клетки, но не дает мне идти. Направо, построим для меня? Не могу. Она едет на меня прямо. Сейчас нужно достроить до центра, и чтоб я стоял с другой стороны комнаты. Давай переходим. Ага. Все. А здесь? Здесь что? Сейчас. Раз, два, три, столь вдоль стены строй. Отлично. Так, тут закрыто. Сейчас, погоди, вот сюда. Смотри, сейчас посмотри, что происходит. Вот я начинаю отсюда проход, где ты сейчас построил. Вот это вот мои клеточки. Мне навстречу сейчас движется хрень. Все стирает. Тут сейф, вот в этом уголочке сейф. Сейчас да. Стою в сейфе. А ты видишь, да, где я стою? Да. Сейчас я хочу понять, что происходит. Вот туда пройти не могу, тут стена стоит. А вот тут? Внизу. Вот тут я. Тут мне нужно будет пройти, да. Я в сейве. Наверное. Подожди. Да, я в сейве. Че? Сейчас, погоди. Начинай строить от меня. Ага. Все, я забрал ключ. Подключилась дополнительная стена. Пошел в сейф этот. Ща. Ага. Поехали лазеры. Дострой. Фу, все. Изейше. Так, а что я должен открыть этими ключами? Ну-ка, вот сюда, что ли? Полетел на второй этаж. Бля, как-то сложно. Я что-то нажал. А, ты можешь двигаться как-то? Я двигаюсь. Подо мной проход. Я могу этот проход открыть на несколько секунд. Ага, я тебе тогда скажу, когда. Именно на несколько секунд? Открою, на сколько он примерно? Раз, два, три. Ага, три секунды. Давай. Меня убило. Ничего не понял. Стоп, давай. А что тебя убило? Все. А там у меня есть хернюшки, которые мне мешали. Они двигаются. Так, какой портал? Сейчас следующая хуйня. Ох, короче, смотри. Слева от двери сейчас. Прям следующий. Первый, да? Да. Блин, тут дохера. Yellow green, yellow pink, yellow blue. Сейчас только yellow green, yellow pink, yellow что? Blue. Yellow green, yellow pink, yellow green, blue. Короче, понял, да. Я готов. Uh-huh. Yellow. Дальше. Перезапуск. Проблема была в том, что я забыл цвета. Так, не говори, я помню цвета. У меня... Цвета помнишь, да? Я тогда говорю, когда. Yellow green, yellow pink, yellow blue. Да. Первый. Mm-hmm. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Отлично. Так, смотри. Второй порт, он там же, где был второй порт в прошлый раз. То есть по диагонали в углу. Блять. Green, blue, pink. Сейчас только green, blue, pink, дальше. Green, pink, blue. Green, yellow. Сейчас. Green, blue, pink. Да. Green, pink, blue. Blue. Green, yellow. Green, blue, pink. Сейчас. Green, blue, pink. Green, pink, blue. Да. Green, yellow. Окей, я понял. Готов? Давай пробуем. Полетели. Падаю. Давай. 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 Изи. Легчайше просто. Гений в работе, блядь. Блядь, всю свою оперативную память потратил на эту хуйню. Сука. Дверь открылась. Это еще не последняя миссия, хоть так, блядь, долго. Блядь, там еще сервер Core ломать. Уа, так. Передо мной Cypher сервер.
Написано, что надо вайпнуть всю хуйню software and data on server. У меня есть 4 PowerShell. Да, у меня тоже, они написаны operational, нужно все вайпнуть, я не знаю, я ничего сделать не могу сейчас. Нажимай куда-нибудь. Я подхожу первый тогда, подхожу. Click to disable. Нажимай. Disable. Disable. Вторую. Ну все, вырубай нахуй. Эй. Wipe all. Wipe all software and data on server. Click to wipe. Окей. Надо одновременно нажать, видимо. Давай, раз. Раз, два, три. Ну что? Как там его, Сайфер? Жопа сгорела? Ну что, Сайфер, пора устраиваться, блять, курьером. Нихера у него там что? Это коронавирус, очень большой. Мы же его уже спиздили, что он у него есть. Так, ну вон. О, Аргентина, заебись. Буэнос-Айрес. Ну, миссия была охуенно долго, почти 40 минут. Да, это... Ну, и она была не особо динамичная. To solve this, we need access to Cypher's criminal record in Argentina. Sadly, diplomatic relations with that country are deadlocked, so we have no choice but to break into their federal intelligence agency. Of course, the evidence room is well secured and located deep below ground. Reach it and retrieve Cypher's personal effects. Что, идем в улей? Да. You'll impersonate a janitor to get in through the front door. Good luck. Бля, с такой прической по-любому надо работать агентом. Чтобы стать незаметным. Абсолютно не потеряешься. Защита от лазеров. Так, взламываю сеть. Так. У меня есть вентиляция. Я сейчас могу какого-то человека, видимо, спиздить. Identity. Хорошо, тогда давай спиздим. Сейчас скажу кого. Блять, кого бы спиздить? Короче, Фернандо Мата мне нужен. Фернандо Мата? Фернандо Мато. Или да. Паулина Агуя. Наверное, Паулину нужно. Ну, я нажал Фернандо Мато. Может отклонить тогда, если. Ну, как бы тут написано. Это мужик, как бы. Ну да. А я играю за женщину, возможно, будут проблемы. Ты уже принял, или я могу. Я перейти? Принял, но в принципе похуй. Ну, посмотрим. Так, еще какая-то хуйня, я могу активировать какую-то хуету. Давай посмотрим. Connect. IP address decryption. Угу. Ух, блять. Давай, давай, ты сможешь. Так, заскочила. Так. IP-адрес 400, да. 421 IP-адрес, охуенно. 400, да, окей, да. Именно так IP работает, бля, ну ладно. Ты можешь заехать туда? Блять. Ты можешь кнопочку нажимать? Там, не знаю, не так. Я сильно. Нажимаю вниз, а ты надо вправо нажать, нет? Так. А тут ветер просто есть, он... Да. Сука. Блядь. Все более и более охуенный IP-адрес. Короче, так, тут, мы не тут мы не успеваем нихуя. Вот так вот надо. Блядь. Ну, не успеваем. Надо снизу под этой хуетой. Да-да. Блядь. Да ёпты.
Сука, куда эти ветры дуют? Бля, я не сдаюсь, нахуй, что? Давай, блядь. Что, блядь? Сложные задачи, ёпты. Невозможно. Так. Короче, IP-адрес какой-то, блядь, спиздил, но не знаю, что с ним могу сделать. А ты можешь его продиктовать? А, блядь, я уже зашел куда-то. Все, мне пизда, нет? Не знаю, у меня есть Enter IP-адрес. О, меня сейчас, блядь, будут разрезать лазером. Понял. Ладно, я IP-адрес давайте скажу. 421. Сейчас, мне нужно понять, где это я был. Так, давай. 421. Ага. 484. Угу. 713. 713? Да. Так. 117. 117. Есть. Все, не нужно звать security, проходите, пожалуйста. The evidence room is at the bottom of the ventilation shaft. Start by disabling the laser and the fan blocking the shaft's entrance. Так. Там что-то было про ventilation shaft. Вот тут есть какой-то робот, могу с ним играть теперь. А ты что, должен в вентиляцию пройти? Так, я тебе могу карты подгрузить, наверное, да? Я не знаю, что можешь взять, но я надеюсь, что ты сделаешь. Laser Systems, я могу какой-то unlock сделать. Четырем цифрам. Смотри, я тебе карту отправляю. А, мой партнер из Бизи. Ты можешь, блядь, типа чирить немножко? Окей. Так. Вот тебе карта. Я могу что-то там, какой-то код ввести для двери. Мне нужно четыре цифры. Угу. Либо я могу просто пойти куда-то. Так, Cleaning Robots. Бля, клининг робот. Есть стабилизационный панел, я не знаю, тут дохуя всяких крутилок. Не знаю, что надо делать. Ну нахуй. За тобой робот едет. Это хорошо или плохо? Я не знаю, я могу за него и кататься теперь вот так вот. А, ну так катайся по всем этим подземным шконкам и... Смотри на камеры, информацию ищи. О, я вижу код от Laser System. Сейчас я вернусь, погоди секунду. Какой код? 4719. Ебать, они коды тут пишут. Confidential. Да сука, там может человек, блядь, проползти под этой хуйней. Do not share, блядь, сука. Блядь. Ну все, видимо, я выхожу. Или я за второго робота должен тоже куда-то съездить. Блять, мне кажется, тут сейчас будет сцена как раз из Обители Зла, бля, сука. Так, а второй робот куда у него может заехать? Сюда? Ой. А у тебя, типа, роботы, они не могут ехать в одно и то же? Я вижу людей. Вот здесь вот люди ходят. Улей. Да хера людей. Так. Я прям куда-то далеко-далеко еду. Что-нибудь полезное тут есть? Есть какой-то maintenance tools, что-то такое. Я что-то скачиваю, какую-то хуету. А ты что, смог пройти мимо людей? А не знаю, что. Так, я не знаю, за роботом могу ли я что-то еще сделать хорошего тут. Там закрыто все, мне нужно, видимо, в вентиляцию зайти. Так, иду в вентиляцию. О, а вентиляция для меня вся заблокирована. Security system. Окей, давай посмотрим security. Laser holes. Я какую-то хуйню могу передвигать теперь. Я вижу людей живых, охуенно. Ага, понятно. Я вижу, короче, комнаты с лазерами, и там среди лазеров есть, короче, дорожки, по которым можно пройти безопасно. Видимо, я должен тебе буду говорить, как по ним проходить. Но это тебе нужно сначала туда попасть как-то.
Сейчас, я сейчас около вентиляционных фенов, я тут могу управлять какой-то хуйней, но я не могу туда зайти так. Сам. Stabilization panel. Так, а ты не можешь проехать туда? А, там закрыто, кажется, для робота. Ну ладно. Если там закрыто для робота, наверное, надо... Возможно, надо хакнуть что-то, надо просто вернуться туда обратно и... Лазерную хуйню. Смотри, там лазерные какие-то кнопки есть на полу. Я не знаю, как там передвигаться по ним. Вообще. О, во! Так, сейчас я возвращаюсь. Если есть такие лазерные штучки, я сейчас возвращаюсь смотреть за тобой. Так. Ты где-то рядом с ними? Да, я прям... Во, отлично, я вижу. Так. Отдаляюсь перед тобой поле. Встань вот на... Подойди к кнопке, которая ближайшая к тебе сейчас. Я между двумя кнопками. Вот, вот прямо. Да, вот она. Вперед 3. Теперь налево 3 до стены. 3 считают или не считают? Не считаю. Еще 3 вдоль стены. Сейчас направо до конца. 3 вперед. Три. Ну, 3 пройди в середину. Так, я... 2, 3. Ага. И сейчас... Сейчас... Прямо все 4. Все, эту прошел, стой. Дальше еще лазеры есть, нет? Нет, лазеры все, я тут какой-то хацк намечается. Просто у меня 5 камер с лазерами еще. Нет, только не летать за штучку. А, отлично, давай. Это мы умеем. О, блядь. Так. Давай. Сейчас дай подумать. А, правую вверх. Так, опускаю ее вниз. Ага. Еба, микроконтроль. Это ты понимаешь. Чё, значит, как тебе игра? Так. Внеси 60 человек, сука, пока у тебя Wi-Fi не отрубился. А почему оно такими молниями горит? А, понял. Там еще тайминг есть. Блять. Да ёп! Не, микроконтроль неудач. Сейчас. Дай. А, подожди, а как ее остановить? Так. Бля. Не, у меня микроконтроль не на таком высоком уровне, как у тебя. Так. Сука. Так. Ну ты видишь, Настя, напряженный момент, подожди. Сейчас я не. А, они типа одновременно двигаются, понял. А задвинь левую штучку, ты двигаешь ключ теперь. А! Ну нигде не сказано, что ты, блядь, двигай вправо дальше. Ага. Еще правее двигай. Двигай другую хуйню вправо. До конца. Вторую хуйню вправо. Не могу. Они у меня параллельно двигаются. Так возьми за другую, не за верхнюю, что за нижнюю. И что? Вот. А! Фига. Коэффициент интеллекта называется. Бля. Ну ты понял. Я отпустил. Теперь держи, да. Просто в середине потом. Угу. В середину задвинь эту хуйню и удерживай. Еще в середину. Во. Что-то просто оказалось. Изи. Nice work, but it made the system unstable. Quick, go to the stabilization panel to prevent an alarm. Бля. Давай. Что делать? 50 секунд, чтобы починить всю хуйню. Бля, а что ж... Ты чинишь или я чиню, я не понимаю. Я подбегаю туда и, собственно, сейчас бы нужно будет как-то чинить что-то. Давай чинить, сейчас будем. Давай чинить. А чё мне делать? Что, так скажи мне, что я могу взять. Waiting for partner. Нажимай что-нибудь. Делай что-нибудь. Спасай меня. А куда мы идем-то? Я нажал waiting for... Тут написано waiting for partner. Что-то там. Ищи.
Не, написано, что она тебя ждет. Типа тут какая-то процедура стабилизации. 11 секунд, 10 секунд. Я нашел. Ну чё, говори мне, что делать. Turn particle accelerator off. Сделал. Так. Overcharge fixer, select D, on the overcharge fixer. Так. Set velocity tensor to 6. Set shock control to hydraulic. Velocity tensor to 6? Да. Shock control for hydraulic. О, отлично. Да, да, да. Конечно, за. Board reset нажми. Бля. А мне что делать? Tick the U3 valve. U3 valve. Board reset нажать. Какой хочешь? Нажал? Board reset, да. Select 2 to wind engine. Окей, flow direction to up. Поставь. Flow direction up. Я не вижу вообще такого. Упс. Три из трех failed iterations, лол, мы что, проебали? Да. Так, пробуем еще раз. Окей. Start by disabling the laser and the fan blocking the shaft. Я на месте. Velocity 88. Оставил. Угу. Burst activator off. Готово. Shock control to pneumatic. Red connector. Plug the red connector. Select 5 on the wind engine. Velocity 5. Так, velocity 5. Сейчас, где velocity? 5 или 50? 5. Burst activator on. Oxygen conduct to low. Антик G2 valve. А, это у меня. Fill up the energy charger. А, это тоже у меня. Лол. Нифига себе, как... Охуенно. Ну да, они нас обмануть хотели под конец. Так. Че, disable laser and fan blocking the ventilator shaft. Так, вопрос. У меня все, что касается вентиляции, закончилось. Так, еще раз на карту надо зайти, наверное. Я вижу, тут вроде как робот может прыгнуть, там что-то дверь заблокирована для него. Могу ли я ее открыть? Не знаю. Так, нам нужно что сделать? Fan blocking the ventilator shaft. Тебе сейчас нужно зайти в коридор и повернуть. Ты от него убежал, наоборот. Убежал? По-моему, да. А, не-не-не, все правильно идешь. Это был fan control, видимо. А нам нужно... Так, вот где это, что ли? Вот тут, наверное, что-то нужно сделать, не знаю. Эту хуйню нужно выключить, но чтобы выключить, надо там что-то там активировать, дезактивировать. Но фишка в том, что там закрытая дверь. Ты можешь на роботе просто проехать? Вот а по этим. Ты дальше пройти не можешь туда, да? Куда? Сейчас попробую робота. Вентиляцию я не могу пройти, потому что она крутится. Ага, так. Пробуй роботом пройти дальше, мимо людей. У тебя есть карта сейчас? Пока я в роботе, нет. А ты видишь меня? Я вижу, как ты двигаешься не в ту сторону. Мимо людей проезжай, да, вот. Ты едешь. Да, едь. Так. Сейчас я должен увидеть скоро, надеюсь. Тебя я вижу. Вот, вот смотри, вот дальше по коридору едете, тут вправо должна быть, типа, открывашка какая-то. Ну, раньше там... была закрыта, и сейчас закрыта. Вот, надо ее как-то открыть, но я не знаю как. У меня тут второй робот здесь же сидит. Сейчас, погодь.
О! Брок, воркер, слег, зачем ты? Я понял, короче, я туда, там есть буква Е, чтобы... Я туда снова, но, короче, на этот раз мимо людей, вот. Я тебе там дверь открою. Я вот только у решетки. Сейчас, я это загружаю инструмент. Ух ты, я проехал. А, меня еще заметить могут здесь. Там лазеры сверху, ты их не видишь? Не знаю. Наверное, нет. Пока не двигайся без меня. Ну, блин. Короче, сверху лазеры, нужно двигаться синхронно со мной. Окей. Просто вот, сейчас скажу. Ты видишь, там примерно секции метр на метр располагаются? Ну, передо мной просто прямые штуки. Ну, ты видишь с камер, как бы, как... что там вообще? Они периодически пропадают. В смысле, пропадают? Это ты нажимаешь, что они пропали сейчас передо мной? Да, это я нажимаю. А, то есть ты их видишь? Давай. Да, получается, вижу. Ну, тогда не едь на них, я буду потихоньку двигать, и ты будешь тоже сдвигаться. Я сейчас скорость... маленькую сделаю. Куда теперь? Сейчас погодь. Сейчас я пытаюсь понять, что тут, блядь, происходит. Видимо, сюда. А, стоп, я понял. Сейчас погодь. Вот, едь дальше. Ага. Дальше вниз проезжай. А, вот смотри, тут... сейчас остановись. Вот, стой. Вообще не двигайся. Вправо, если ты повернешь 90 градусов, под тобой будет кнопка. Вот, сейчас? Если... Да, вот сейчас вот под тобой кнопка. Nice work, but it made the system unstable. Quick, go to the stabilization panel to prevent an alarm. Stabilization panel. Блядь. Иду обратно в туда. Мы сейчас тут весь улей похороним вам. Давай, ожидаю. Ну где там Милка бегает? Скажите. Пока она там бегает, мы тут stabilization panel, извините. Так. Hacking interface. 15. Shock control to гидравлик. Shock control. Так, да. Particle accelerator on. Сделал. Energy charger fill up. Fill up search energy charger. Select A on overcharge fixer. Flow direction up. Overcharge fixer, ну где он? У тебя вообще или у меня? Я его у себя не вижу. Flow direction to up. Ух! Он у меня был, блядь. Velocity tensor to 47. Поставил press circle. Нажми круг. Так. Density factor to 6. Density factor. Понял. Board reset нажать. Так. Antique the U1 valve. Status overrider to warning. Ставить. Uh-huh. Select C on overcharge fixer. C. Он у тебя overcharge fixer. У меня. Flow direction to up. Это тоже к тебе, видимо. Нет у меня такого. Flow direction... А, понял, у меня. Velocity 22. Status overrider to default. T3 valve, антик. Фуф! Good job. Now rappel down the ventilation shaft and use your blowtorch to cut through obstacles. Ну чё? Ну чё, сейчас-то у меня вентиляция открылась? Нет. А, да. Мейншафт. Я, блядь, не понимаю, что происходит. Я вижу тебя на какой-то странной штуке, я тебя могу двигать. Как ты меня можешь, да, двигать? Я вот двигаю тебя влево и вправо. Так, А и Д это крутяшки всякие. С это что такое, я не понимаю. Ты куда поехал? А, я могу тут спускаться на эту хуйню, видимо. А-а-а.
Типа, я двигаю тебя влево-вправо, а ты поворачиваешься сам. А что так, дальше? Так, меня двигай вправо тогда к... к этой... сейчас. У тебя что-то опасность там перегрева или что это? Critical. И move lead for... to use blowtorch. Так, а как я это сниму? Перегрев. Сейчас, я должен как-то эту хуйню, видимо, разрезать напополам. Но вопрос. Так. Смотри, я могу еще вот так вот сделать. А ты что сделал? Отодвинул эту штуку. А ты мог ее отодвинуть все это время? Ну, видимо, да. Блять. Короче, эту хуйню нельзя, видимо, нажимать. Окей, понял. Hold down the ventilation shaft and use your blue torch to cut through obstacles. У меня еще есть. Блять, ну. Это я сделал? Да. А то есть я тебя в нее врезал. Ну, типа того. Окей. Так нормально? Я буду держать тогда эту штуку. А ты сейчас что делаешь? Я разрезаю хуйню. А у тебя есть индикатор перегрева? Да, у меня есть. Ага. Я могу охлаждать. Но при этом у меня люк перестает держаться. Блядь, ну ты прешься, блядь, чё? А чё оно не режется, бля, вы чё, ебанулись? Можно спуститься пониже. Ну брешься, блядь. Чмо, оно не режется. А ты ниже можешь спуститься или нет? О, critical temperature, 30 градусов, охуенно. Она просто не режет эту хуету, вот. С одной стороны порезала, с другой не режет, нихуя. Можешь меня подвинуть вправо? Я смутно вижу, что ты режешь. Почему оно с одной стороны смогло порезать, с другой не смогло? А нужно резать эту штуку или оранжевые штуки? Может, все надо себе порезать? Всех. Еще можешь влево меня двинуть? И... стоп, так. Ух ты. Бля, я понял. Не то резал? Да, влево меня. Право. Там сейчас будут какие-то лазеры, ты это видишь? Нет, я не вижу лазера. Чё, пизда? Влево, нет, влево, 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 бля. Блять, ты там только что был эпизод, увидели зла, блять. Влево. Вправо. Бля. Сука, негры лысые. Открывайте дверь. Негры жалко. Блять, а. Тут, видимо, все надо просто... надо продержаться по максимуму. Я просто ближе подходить не буду. Старайся меня к центру удерживать, когда будет. Влево. Стоп. Во. Все, больше не будет таких конкурсов. В обители зла, там, когда подходишь вплотную, лазеры заканчиваются. Так, можешь что снять? Чё?
Red Metal Bars, Trigger the Alarm. А где тут Red Metal Bars? Ты разве видел? Видишь где-нибудь тут Red Metal Bars или нет? Я не вижу, например. Я вижу какие-то красные. Я тебя сейчас вижу вообще снизу вверх. Ты видишь красные штуки? Я не вижу красных штук. Да, вижу красные штуки. Почему оно... Аларм, я просто железку нарезал. А, видимо, какие-то из этих железок нельзя пилить? Да, какие-то нельзя пилить, но не знаю какие. Это нельзя. А вот эту? Нельзя. Вот можно эту. Пилить левую. Левую. Правая для тебя верхняя. Ну вот, и она туда. Все, я понял, я тебе сейчас скажу, какие можно. Вот противоположной стороне. Вот эту верхнюю можно. Дальше. Все. А, нужно, видимо, их все перепилить, но не трогать. Вот сейчас наведись на вторую ниже этой. Вот эту? И. Да, и вот самый левый край. Нет, самый ближний край к центру пили. Отпилил, типа? Да. Теперь у. После нее самый дальний край можно пилить. У меня еще правее. Правее. Вот так, стоп. Так. Следующая распилена. Следующую. Самый дальний край. Следующая ближний. Верхний. Средний, короче. Стой, подожди. Нужно. Охлаждение. Так, дальше самый дальний. Две меня подвинь подальше. Да. Все. Дальний. Эту можно просто пилить. И ближний к центру. Фух. Песос. Ха. А это что такое? Тут лазеры какие-то БД-5 или что? У меня по карте ничего, просто спуск. Вижу какие-то... Ну ладно. Out of bounds. Time to be a detective. Use the evidence database together with your partner to find and unlock Cypher's confiscated smartphone. Нихуя себе тут. Так. Нужно его смартфон найти. Я вижу какой-то КПК. Ты не знаешь, какой номер его evidence? Enter access code мне нужен. Сейчас давай поищу. Четыре цифры. Семь, три, три, один. Готово. Вот так, дальше. Камера, crime codes, confiscated items. Зайдем в камеру. Search for video evidence of Cypher criminal activities. Давай поищем. Cypher. Так, да. 5986. Серийный номер хэндгана 75017237. Я не знаю, чем можно. Ну, у меня есть типа серийный номер его пистолета. А мы как-то его записать должны или у тебя это где-то отображается? Я не знаю. Ну, напиши, я напишу себе на листочек. Ну, это не спортивно, наверное. Думаешь? Ну ладно, окей, это не спортивно. Тогда Cypher Phone Login запомни 5986. Или мы каждый должны свое запомнить? Ну как бы, да, сейчас. А, Reference Indexes. Сейчас Cypher пробую найти. Я пошел в конфискованные вещи. Так, тут, короче, есть... Я вот вижу здесь ручное оружие и serial number. Какой ты говорил? Сейчас, давай. 7501. 7237. Есть такой. И что там пишет? Ну, что с ним ничего сделать нельзя? Там есть референс индекс.
О, референс индекс мне как раз нужен. Какой он? XR347. Это Cyber Identity Theft. Marina Inspector. И что с ним делать? Не знаю. Locker 10. О, Locker 10, отлично. Давай сейчас посмотрим. Locker 10. Сейчас. Во, я взял какой-то этот. Я вижу пистолет, короче, но... А в 10-м локере просто пистолет лежит. Я ничего с ним взять не могу. Ладно, давай сейчас посмотрю еще. Кто-нибудь про телефон Сайфера там у тебя есть возможность как-то найти? А, сейчас погодите. Там есть аспекты еще. Cyber Identity Theft. Это то, что он сделал. Инспектор Марина. У тебя есть код преступления? У меня есть вот этот индекс, который ты продиктовал. Индекс пистолета. Don't hesitate to consult the hints. Что с индексом пистолета? Сейчас погодите, я вспомню. CIT. У меня еще здесь есть база List of Crime Codes. Вот, скажи Crime Code Cyber Identity Theft. Ну, типа воровство кибер личности. CIL. 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 Y. Вторая Y. Я не вижу ничего связанного с CY. C это C. S. S, Y, L. Вот, я вижу несколько человек. Все... Да нет, даже вот. Вот, кажется, я нашел Григория Феррейра. Это, скорее всего, и есть этот. Сайфер наш? Да. Григория Феррейра. У него есть еще какие-нибудь... Короче, где у него телефон? Можешь про него что-нибудь сказать? Про Григория Феррейру? Надо найти сейф, в котором лежит его телефон. Да, но... Как-то, может, через номер его пушки можно выйти на него? А ты можешь по имени посмотреть что-нибудь? Сейчас посмотрю, что у меня еще есть. У меня есть только номер его. А ты можешь сказать, где находится Opel 4 Phone, так называемый? Opel 4 Phone называется. Сейчас. Opel 4 Phone находится в 29-м локере. Сейчас. Мобилку-то нажмем. Опа. А можешь код сказать тогда его? Референс индекс? Нет. Или serial number? Девайс паскоуд. Ты вроде вначале говорил что-то. Да. Сейчас. Еще раз. 5, 9, 8, 6. Спижено. Ты что творишь-то? Там же люди. Ну там не люди, блядь, там сотрудники Umbrella. Not bad. Нормально. Ну там смотри, какой дракон красивый. Скорее всего, это уже последняя миссия будет сейчас, я тогда.